Торгово-промышленная палата Тольятти закладывает новую традицию – пресс-завтраки, за которыми блогеры и журналисты встречаются с экспертами, руководителями предприятий и учеными. Обсуждают актуальные для города темы. О чем говорили за чашкой кофе сегодня утром в нашем сюжете. Начинают рабочий день с завтрака в ТПП. Журналисты и блогеры уже второй раз. Первая встреча была с химиками, говорили про экологию. Сегодня диалог о набережной Автозаводского района, где сейчас идут подготовительные работы к реконструкции. По контракту, в первую очередь, у нас договор до 2023 года, но по графику работ, по берегоукреплению до конца 2021 года. Много факторов, конечно, много вопросов возникает в процессе производства работ, но будем стремиться к этому графику, который предусмотрен в контракте, конечно. Встреча в неформальной обстановке не отменила неудобных вопросов. Будут ли вырубаться деревья, учитываться новые предложения горожан, оснастят ли объект общественными туалетами и, самое главное, окажется ли конечный результат похож на картинку. По словам Комиссарова, на 99%. Общественное пространство города – это, наверное, вот основное, что в городе должно быть, это то, что позволяет людям жить комфортно, получать удовольствие от того места, где они живут. Поэтому будет все выполнено в соответствии с проектом. Я надеюсь, нам получится удивить горожан. Гостями встречи стали представители печатных, электронных СМИ и блогеры. Формат такого общения, бизнес-завтрак, предполагает непосредственное общение со спикерами, которых не всегда можно застать по телефону или где-то еще. А темы поднимаются важные на таких встречах, поэтому, освещая такие важные темы на площадках, на своих, на сайтах, в газете, мы всегда стремимся получить информацию с первых уст. Поэтому мы, собственно, сегодня здесь. Собираясь за одним столом представителей медиа и экспертов, организаторы пресс-завтраков надеются, что это поможет показать. Негативные представления о Тольятти устарели. Город меняется. В том, что реально интересного, важного, глобального даже, я бы сказал, для развития предпринимательства в городе происходит, зачастую предприниматель не знает. Так нам представляется. И вот здесь, во время бизнес-завтраков, мы приглашаем поделиться тем, что происходит, предприятия и организации, которые вот своей деятельностью вносят очень большие в жизнь города изменения. Новыми поводами собраться за чашкой утреннего кофе станут вопросы строительства моста через Волгу, железнодорожной ветки КОЗ, а также качество и количество рабочих мест в Тольятти. Игорь Гречман, Евгений Черемин, новости Тольятти.